Сильвестра убили 13 сентября 1994 года. Радиоуправляемая бомба была подложена в его машину на автомойке. После страшного взрыва осталась каша из железа, пластика и проводов. И труп, опознать который было непросто. Кто убил Сильвестра? Это мог сделать Сергей Буторин по кличке Ося, его ближайший соратник и, как это часто бывает, самый страшный враг. А может, это были люди Атари Квантришвили? Ведь Сильвестр заказал Атари, потому что хотел оттяпать его сферы влияния. А может, это сделал Борис Березовский или члены банды за год до этого убитого вора в законе по кличке Глобус? Сергей Тимофеев, который стал главным крестным отцом 90-х, родился в деревне Клин Новгородской области. Хорошо учился, был ответственным, честно работал в колхозе. Служба в армии, причем в элитном кремлевском полку. Потом работа на заводе по лимиту. Дальше Тимофеев стал инструктором по занятию физкультурой. На этом все хорошее в биографии этого человека кончается. И начинается дорога в ад. Начиналось это с мелких групп, мелких каких-то кодл, шаек, которые потом объединялись в большие группы, которые начинали с мелочей. Молодой Сергей Тимофеев, у которого еще нет клички Сильвестр, ошивается возле баров, гостиниц и других точек, где работают проститутки. Он живет в то время в Орехове и находит в спортзале первых компаньонов для своих криминальных дел. Они бомбили проституток, то есть снимали с них дань. Потом они снимали дань с торговцев на Орехово-Борисово, там, на Южном рынке. Люди Сергея Тимофеева трясли всех подряд. Сначала основной доход приносили запуганные насмерть владельцы маленьких кафе и ларьков. Но потом бандиты нащупали поистине золотую жилу. Были кооперативы, которые занимались делами гораздо серьезнее, торговали компьютерами, техникой, развивали крупные производства. Такое основное правило было – создай человеку проблему, в данном случае создай бизнесу проблему, и потом приди и ее реши, и тебе сами все дадут и будут благодарны. 2005. Еще один суд над Ореховской ОПГ, созданный Сильвестром. Заседателям демонстрируют видеозаписи следственных действий, на которых подсудимые показывают могилы своих жертв. Присяжным не раз становится плохо. Приходится объявлять перерыв. Это самая страшная банда 90-х годов, которая вот в Москве совершала эти преступления. Это самая беспринципная банда. Сотни убитых. Несколько лет тотального террора. Суд над членами Ореховской ОПГ превратился в маленький Нюрнбергский процесс. Основной показатель Грибков – он убил моих двоих сыновей. Они его лучшие друзья были. К концу 80-х в банде Тимофеева сложился непреложный закон. Если ты не можешь поставить утюг на живот или избить на глазах у родителей ребенка, то сразу с позором выбываешь из команды. Сильвестр культивировал жестокость, которой в стране советов до этого не знали. Бухгалтер завел совхоза женщину и ее сына. Приехав к ним домой, сына затолкали в подвал, на ней разогревали утюг с вопросом, где деньги. Кличку Сильвестр Тимофеев получил за сходство прически с героем фильма «Рэмбо», которого играет Сильвестр Сталлоне. Жестокий, решительный, накачанный Рэмбо был кумиром московского бандита. Видеосалоны, где крутили эти боевики, тоже быстро попали под прессинг его банды. Сильвестр контролировал 30 банков, 20 огромных торговых фирм, сотни магазинов, ресторанов и автосалонов, с десяток казино и, главное, все крупные рынки столицы. Представьте себе, что были тогда рынки, вот эти оптовые, без там, конца и края, да, и черный нал. Вот они не успевали возить мешками деньги. Они постоянно только ездили, значит, возили всю эту наличку, ну, в огромных просто размерах. А первые большие деньги – этот человек, которого позже братва назовет генеральным директором преступного мира, стал получать от игры в наперстки. Наперсточники. Они выколачивают деньги с доверчивых простаков с помощью элементарного обмана.
Никто то секретов не раскрывал, только потом уже стало понятно, что выиграть невозможно, это не лотерея, ты как бы все время проиграешь. И однажды в игру включились азербайджанцы с находящегося неподалеку рынка. Проиграв крупную сумму денег, торговцы сообразили, что их нагло обманули. Началась перепалка, а потом и драка. К проигравшим подтянулось подкрепление. И бригада Сильвестра потерпела позорное поражение. С тех пор Сильвестр стал яростным противником людей с Кавказа и всю свою короткую жизнь транслировал просто мерзкие националистические идеи. В это время в Москве намечается наплыв кавказских группировок. Они приезжают с Кавказа сюда, и здесь они пытаются отбить свой кусок. Но здесь же свои местные, начинаются проблемы, начинаются схватки, начинаются стрелки, терки, выясняются взаимоотношения. И Сильвестр объявляет этой мафии войну, имея в подчинении уже мощную Ореховскую ОПГ. В конце 80-х он ее объединил с Сомской группировкой. И Сомский во главе с Михайловым, так сказать, называемым Михасем, они просто вошли в Ореховскую группировку. Отдельного внимания заслуживает имидж Сильвестра. В советское время он всегда одевался нарочито скромно и ничем из серой толпы не выделялся. Когда стал одним из самых влиятельных авторитетов в 80-х, придерживался бандитской моды – спортивные штаны и кожаная куртка. Но когда его ОПГ стало лезть в различные бизнесы, наезжать на банкиров, крупных предпринимателей, внешний вид братвы и самого Сильвестра стал меняться. Тимофеев призывал всех носить деловые костюмы, требовал прятать и сводить татуировки, а братков с золотыми зубами переводил в пехоту, то есть давал им исключительно грязную работу. На серьезные стрелки никогда не брал. Все убираем. Никакой атрибутики. Пиджаки, галстуки, рубашки и прически. Никаких, значит, наколок, никаких там, значит, чего-то такого, что это самое, блин, интеллигентные морды. Интеллигентные типажи. Есть версия, что Сильвестр имел надежных партнеров в правоохранительных органах. И нашел их, когда попал за решетку в 89 году. В тюрьме он вместо 8 лет провел всего 2 года. И срок скостили, потому что он дал понять: будем дружить и плотно сотрудничать. Бывший уголовник Виктор Коган по кличке Моня попробовал объяснить Ореховским, что действуют они не по понятиям. Он держал зал с игровыми автоматами и делиться с наглым Сильвестром не собирался. Вслед за ним еще в течение полугода или года еще 5 или 6 крупных авторитетов погибло. В начале криминальной карьеры у Сильвестра была кличка «Тракторист». С одной стороны, напоминающая о его первой деревенской профессии, а с другой, подчеркивающая его методы работы. На врагов он наезжал как трактор. Он давил их под себя, как трактор. Он же тракторист был, поэтому он понимает роль гусеницы, значит, в пахоте. Но к началу 90-х Сильвестра стали уважительно называть Иванычем. Авторитет его был огромен, ведь он сплотил разрозненные банды, которые до этого бестолково уничтожали друг друга. А теперь работали на общую кассу, признав лидерство за Орехами. Он собрал всех на стадионе Медведково, на большом стадионе. Значит, и там по показаниям было порядка, чуть ли не к 4000 приближалась, значит, цифра собравшихся. И говорит им: братва, ну не тем вы занимаетесь, ну какого черта вы рвете глотки друг другу? Надо работать иначе. Надо сейчас входить в легализацию, заниматься коммерческими делами. Там же какие деньги крутятся, а вы делите копейки между собой. И надо сказать, что он убедил братву. О подвигах Сильвестра услышал Вячеслав Иваньков. В истории России он остался под кличкой Япончик. В это время Япончик приглядывает за криминальным миром России из теплого Майами. Он приглашает его на стрелку в Америку. Сильвестр едет в Майами, там они встречаются с Иваньковым. И Иваньков вручает ему золотой ключ. Это ключ от замка всей Москвы. Теперь Сильвестр может решать любые вопросы на всей территории Москвы.
Прослышав о благословении япончика, старые представители криминального мира, живущие по старым понятиям, вызвали Сильвестра на разговор и предложили ему короноваться в воры в законе. Ведь он держал в страхе всю Москву, был главным в самой мощной ОПГ. Но Сильвестр, к их удивлению, от короны отказался. Он вообще не признавал этот бренд. Ему это не надо было. Он авторитет, сила, деньги. Что ему? Зачем ему этот вор в законе нужен? Сильвестр следил за всеми бизнесами, набирающими оборот в умирающем Советском Союзе. И быстро собирал информацию о сферах, где крутятся большие деньги. И в конце 80-х в поле зрения генерального директора преступного мира попадает попса. Различные артисты, которые колесят по всей стране с концертами. Денег у них немерено. Артистов трясут все, кому не лень. И провинциальные бандиты, еще на гастролях. И, само собой, представители столичных ОПГ, которые настойчиво предлагают крышу и требуют не меньше 20% от миллионов, заработанных во время чёса. Как только поняли, что шоу-бизнес как бы приносит какую-то прибыль, и это, в общем-то, черный нал, соответственно, все ринулись туда, все криминальные структуры. Рома Жуков никогда не забудет, как к нему приходили люди Сильвестра. Он попрощался с жизнью. И милиция бандитов искать не стала. Сильвестр даже вступил в конфликт с Примадонной. У Аллы Пугачевой всегда были высокие покровители. Она была уверена, что знает, как решить любые проблемы, в том числе с криминальным миром. Но в борьбе с Сильвестром проиграла. Алла Борисовна хотела открыть свой собственный театр, песней, который должен был расположиться в кинотеатре «Форум». Певица хотела задействовать под театр песни разрушенный и никому не нужный кинотеатр «Форум» на Садовом кольце. Мэрия дала добро, были найдены деньги, но Сильвестру идея не понравилась. Сильвестр сказал, что без его ведома ни один театр в Москве не открывается, не закрывается. И до настоящего момента даже этого театра и нет. Конфликт становился для артиста все опаснее. И к 94-му году уже не было ни одного известного артиста, который бы не попал под прессинг главного бандита столицы. Если говорить о доходах, то, миллиардов долларов у Сильвестра село в кармане. Это только официально. А если мы возьмем еще то, что было неофициально, можно сумму, минимум удвоить. Милиции хорошо известно, как устроен бизнес Сильвестра. Но почему он оставался на свободе? Что всегда спасало короля криминального мира? Это никто не отрицает, и мы это знаем. Огромнейшие связи при продажности власти. Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр стал качать огромные деньги со всех, кого смог запугать. Грабить и убивать, называя себя при этом бизнесменом. Он считал себя человеком новой формации. Он, если так можно сказать, что он был генеральным директором преступного мира. Вот так, если можно сказать. Он был менеджером этого преступного мира. Там шли огромнейшие деньги. Там коробки из-под телевизоров, набитые банкнотами, стояли. А в 1990 году состоялось историческое знакомство Сильвестра с Григорием Лернером, выпускником МГУ, блестящим интеллектуалом, который стал главным бухгалтером Ореховской ОПГ. До этого Лернер немного посидел в тюрьме за мошенничество, был франтом и пижоном, ездил по Москве на диковинных тогда «Мерседесах». Позже он украдет из российского бюджета несколько миллиардов рублей. Лернер рисует перед Сильвестром широкие горизонты и обещает за короткое время утроить состояние бандита. Сильвестр его обнимает за плечи и говорит: «Братва, познакомьтесь, это наш теперь финансист, Гриша. Он будет крутить наши деньги. Срочно деньги ему привезти сюда». И братва немедленно исполнила приказ Тимофеева. Лернеру привезли несколько сумок с наличкой, которую члены ОПГ собрали за последнее время с торговцев на рынках. И хитрый финансист пообещал, что выгодно прокрутит их на только что открывшейся бирже. Как работают биржи и банки, братва, конечно, не понимала. Но уже через месяц сотрудничества с Лернером поняла. Сильвестр принял правильное решение, когда сделал главбухом этого пижона. Еще в начале 80-х Григорий Лернер познакомился в одном из престижных московских баров с Ольгой Жлобинской. Она разливала напитки за стойкой. Предприимчивый мужчина с толстым кошельком сразу ей очень понравился.
Лабинская была на самом деле расчетливой, логичной. Она на несколько шагов вперед просчитывала многие ходы. Они жили в гражданском браке. И все было нормально до того, как Лернер объявил супруге: «На тебя запал Сильвестр, и лучше, если ты будешь вместе с ним». Жлобинская сначала была страшно зла, устраивала скандалы и уходить к главе Ореховских не хотела. Но Лернер смог убедить ее переехать в квартиру своего нового босса. Тогда женщину можно было подарить криминальному авторитету. Ольга возглавила Московский торговый банк, который был полной собственностью Сильвестра и обслуживал разные ОПГ. Но со стороны это был вполне приличный бизнес. Во главе элегантная деловая дама, в покровителях люди из высшей власти. Очень многие влиятельные российские чиновники самого высокого ранга не считали зазорным напрямую в этом участвовать. В разнообразных историях, которые проворачивал треугольник Сильвестр, Лернер, Ольга в разные времена деятельности этого треугольника. Жлобинская и Лернер выглядели прилично. И бизнесмены, не зная простоящего за ними Сильвестра, легко соглашались на сотрудничество. Вкладывали деньги в различные бизнес-схемы, размещали их на счетах Московского торгового банка. Но при малейших попытках получить свою прибыль или взять деньги назад с процентами, встречались нос к носу с быками Сильвестра. И быстро понимали, что если хотят остаться в живых, про деньги надо забыть. Сильвестр захватывал все новые сферы влияния. Но лучше бы они работали с Лернером всегда вдвоем, не привлекая женщин. Ольга Жлобинская совершила страшную ошибку. Она поссорилась с Борисом Березовским. Сергей Тимофеев, который вошел в историю с кличкой Сильвестр, начал создавать свою группировку еще в 70-е годы. А когда началась перестройка и в стране ослабела власть, он стал главным криминальным авторитетом столицы, но называл себя успешным бизнесменом. Он мог себе позволить очень многое, он мог появляться, вообще говоря, в респектабельном виде, он заводил знакомства с крупными людьми. Люди Сильвестра получали кредиты в разных отделениях Сбербанка. Затем суммы конвертировались в валюту и переводились в Швейцарию и Израиль на счета подконтрольных Сильвестру фирм. А Сбербанк оставался ни с чем. Правая рука Сильвестра Григорий Лернер, который был главным бухгалтером криминального синдиката, вел роскошную жизнь и не скрывал природы своего богатства. Носил очень дорогую одежду, мог за вечер оставить в ресторане $2000. В 92-м за мошенничество он ненадолго попал в тюрьму, но быстро был отпущен на свободу. И несмотря на то, что суммы, которые он украл у разных людей и организаций, были просто фантастическими, дело затухло и было забыто. Власть такая была беззубая. Естественно, что вот этот вакуум власти, его заполняли новые, как говорится, силы, новые элементы, более наглые, более агрессивные, чувствовавшие там безнаказанность в тот момент. Особо страшным было покушение на вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. Люди Сильвестра подогнали к подъезду, в котором он жил, заминированный автомобиль. И подорвали его, когда авторитет вышел из дома. Роспись выжил. Его телохранитель погиб. И были ранены две школьницы. Невинные жертвы всегда были фирменной фишкой расправ Сильвестра. При покушении на лидеров измайловской ОПГ погибла официантка кафе. При убийстве лидера курдской группировки были застрелены трое прохожих. По жестокости их можно было приравнять к садистам. Не было надобности убивать ни своих, ни чужих. Они били всех. Это была самая жестокая банда России. Ореховские никогда не соблюдали законов воровского мира, которые запрещали обижать самых слабых – женщин и детей. Сильвестр и его люди напрямую заявляли ворам в законе. Их время закончилось вместе с Советским Союзом. Сейчас все правила определяют они. И орехи будут убивать, невзирая на воровские короны. И просто в лицо им говорили, что они, кто они есть и что с ними будет. И те уходили. Никаких последствий за это не было. Хотя по всем статусам, после оскорбления того вора в законе, люди не жили.
Жестоко расправлялся Сильвестр и с членами своей бригады. Смертельный приговор выносился даже за мелкую провинность. Казнь оступившегося, как правило, была показательной. Сильвестр собирал членов банды в лесу на лужайке, оглашал проступок и приговор. А потом провинившегося на глазах у всех пристреливали или душили. Убить надо не просто убить. Обязательно это сделать всем прилюдно. Еще во время перестройки Сильвестр понял, что самые большие деньги можно срубить на индустрии развлечений, которая тогда еще только зарождалась. А в начале 90-х дискотеки, ночные клубы и казино плодились уже как грибы, и Сильвестр был повсюду. Доход от ночной империи был сумасшедший. Это несколько миллионов ежемесячно, также долларов. В какое бы заведение ни приходишь, там первый вопрос, а знаешь... Кто его крышует? Кто? А его там тот-то крышует. Это вот там, или там это того-то заведение, там его знаешь там. А, ну да. У Сильвестра разгорелся конфликт с криминальным авторитетом Валерием Длугачем по кличке Глобус. Бандиты не поделили ночной клуб Арлекино. Сильвестр дал директору Арлекино огромную сумму, чтобы тот построил новые залы игровых автоматов, расширил танцпол и увеличил число людей, которые спускают деньги в пьяном и наркотическом угаре. Осталось только убрать вездесущего Глобуса, который тоже хотел контролировать клуб. Для этой работы он нанял дорогого киллера Александра Салоника из Курганской ОПГ. И Салоник убил Глобуса одним выстрелом с расстояния в 40 метров. Затем Сильвестр заказал еще двоих учредителей клуба. Первого учредителя одного Гусева застрелили при выходе из этого Арлекино. И на покушение было на второго учредителя Черкасова. Сильвестр распустил свои щупальца по всей России. И нажил себе еще одного врага – всемогущего Атари Квантришвили, с которым генеральный директор преступного мира не поделил криминальный бизнес по переработке нефти на заводе в Туапсе. Итогом войны стало убийство Квантришвили. А в 94-м супруга Сильвестра Ольга Жлобинская поссорилась с Березовским. В банк, которым рулила она, Сильвестр и Григорий Лернер, олигарх принес огромные деньги. И Ольга решила, что отдавать их не нужно. Сильвестр решил взорвать офис Баба, чтобы вездесущий Береза наконец-то понял, что глава Орехов не боится ни Березовского, ни стоящих за ним криминальных группировок, состоящих из чеченцев. Потом попытались убить самого Березу. Возле дома приемов логоваза был взорван припаркованный автомобиль. Ровно в тот момент, когда из ворот выехал Мерседес с олигархом. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водителю, да? Ранения, как обычно, получили 8 ни в чем не повинных граждан. И напуганный Березовский заявил милиции, что найдет и покарает преступников сам. Что, по мнению множества экспертов, и произошло 13 сентября 1994 года. Интересно, что Сильвестра охраняли 19 человек. Но в тот день он оказался в машине один. Никого рядом не было. Отсюда еще одна версия, что взорвали его свои же люди. И это был заговор бригадиров, которым не нравилось, как Тимофеев делит деньги. Сергей Тимофеев похоронен на Хованском кладбище. Надпись на памятнике гласит: «Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость». Но многие считают, что в могиле Сильвестра нет. Сильвестру было выгодно исчезновение. А, во-первых, для того, чтобы исчезнуть просто от своих убийц. Б, воспользоваться теми деньгами, которые он заработал. Говорят, что он сделал нехитрую пластическую операцию и под чужой фамилией живет за границей. Радуется жизни, денег у него очень много. Мечта любого криминального авторитета – выжить, несмотря на огромное количество врагов. И не беспокоиться, что его накроет полиция. Овдовев, Ольга Жлобинская воссоединилась с Григорием Лернером. И они, пока их не убили обиженные партнеры или не посадили в тюрьму, сбежали в Израиль. Одно время Лернер издалека рулил российской биржей и продолжал ковать миллионы. Сегодня разорился и сидит в тюрьме за организацию финансовой пирамиды. Почему вот они
многие у нас в Израиль, да? А потому что в Израиле можно сбежать. А потому что Израиль не выдает своих людей, чтобы они не сделали. Но все-таки большинство людей, которые знают криминальную историю России, считают, что Сильвестр мертв. Потому что убийца и душегуб не должен спокойно жить и обязательно должен быть забыт, как страшный сон 90-х.